Всем привет, друзья! Ведущий канала. Мы продолжаем с вами работать на карте Владимировка. В общем, у нас 2 сентября, 7.36, и у нас 44 тысячи. В общем, выполнил я еще один контракт, и сегодня утром мне пришло уведомление на телефон, вот, что сюда едут инвесторы. Вот, якобы они будут инвестировать в село Владимировка. То есть золотая, то вот эти все дороги, да, поправят терраформинг. Ну, короче говоря, будут вносить инвестиции в село Владимировка. Вот, простыми словами, будет большая стройка. Вот, приедут инвесторы и сюда вложатся капитально. Вот, так что сегодня мы будем вынуждены уехать с этого села. Вот, вы не подумайте, мы отсюда не переезжаем, мы переезжаем на время. Вот, а простыми словами, мы ждем обновления карты Владимировка. Так как тут, так сказать, не то что баг на баге, но багов достаточно. Вот, играть, работать практически иногда невозможно. Вот, например, вот FPS проседает, да, вот это очень сильно раздражает. Короче говоря, ждем обновления и инвесторов. Вот, а пока что, друзья, пока я не забыл, вот. Так, давайте выключим фары, я тут ночью работал. Вот, я сделал вот это все поле. Вот, я его затюковал, эти все 10 гектар. И... я буду эти все тюки, я так думаю, собирать. Уже за кадром. Вот у нас вот такие тюки. 11 тонн один тюк. Вот у нас их тут очень много, этих самых тюков. Да, можем мы, насколько я помню, можем даже посмотреть, сколько мы тюков. Вот. 54 тюка на этом поле, 17 я вот только что спрессовал. Вот, ну и, друзья, погружу тюки, и, а может даже не я буду грузить, а мой знакомый Иван, он как раз там буквально, Иван буквально живет, чтобы вы понимали, в конце села, аж где-то здесь. Вот, может Ивана попрошу, пускай он соберет эти все тюки. Вот, а пока что, друзья, давайте мы с вами запустим очиститель зерна. Вот, перед нашим уездом запустим быстро мы очиститель зерна. Так, насколько я помню, сюда нам нужны гербициды, да? Так, давайте посмотрим, что нам нужно. Протравитель зерна, да, я понимаю. Так, а что этому протравителю нужно-то? Так, производство. Так, протравитель. Ага. Вот, в общем, насколько я помню, ему нужны гербициды. Извиняюсь, давайте как раз мы и возьмем гербициды. Так, где они? Поддоны. Гербицид. Два гербицида. А, два гербицида разных фирм. Ну, возьмем вот этот. Один гербицид, 2 тонны, я думаю, хватит. Так, он у нас там. Вот. И возьмем в аренду мы фронтальный погрузчик. Точнее, вот такой погрузчик возьмем мы в аренду. Арендовать за 1500, да? Давайте. Так, я сегодня на клавиатуре. Все, поехали. Вот, в общем, переедем мы в другое село, в другую деревню, пока сюда будут вноситься инвестиции.
инвестировать будет это село. Так, лужица здесь небольшая, дождик был, между прочим, сегодня. Так, окей, все. Да, видите, там тоже лужица такая небольшая. Короче, сейчас мы загрузили быстро гербициды. Так, я только не пойму, куда нам их выгружать. Ага, нам, походу, нужна будет и бочка, да? Ага, то есть зря мы, короче говоря, арендовали этот погрузчик. Так, ладно. Вот, ну, благо у нас денег есть. Деньги у нас есть, так что давайте... Даже, может быть, мы и купим с вами бочку. Так, это животные у нас, и это... Так, это для воды. Вот, да. Вот она, эта бочка. 3000 всего лишь стоит. Друзья. Зеленого цвета возьмем. Цвет дизайна черный, цвет обода. Вот такой. Во. Ради бога. Так, где там наш UMZ? Поехали. Так, а зачем я хочу? Так, ладно, хорошо. Не тот прицеп отцепил. Ну, я думаю, вот так рядом поставим. Все, поехали. Вот, сегодня у нас, я думаю, будет такая серия немножко длинная. В общем, друзья, сегодня мы будем покидать на время село Владимировку. Вот. Когда будет обновление карты, тогда сюда мы и вернемся. Так как багов здесь, ну, вы думаю, видите, уже дерево тут висит в воздухе, да, еще что-то. Вот, так что ждем обновления, и буквально со следующей обновой мы начинаем здесь работать. Вот это вот КПС. Так, вот она наша зеленая бочка. Вот, я думаю, я Ивана попрошу, чтобы он сюда заходил и работал, пока мы будем с вами на другом, в другом селе. Вот, я уже даже знаю, на каком мы будем работать. Так, сюда загружаются гербициды, да? Сюда загружаются гербициды. Так, ну давайте посмотрим. Вот, тюки будет уже собирать, я думаю, Иван. Иван будет заниматься тюками. Пока мы с вами будем ехать в другое село.
Так, хорошо. Теперь нам надо это все дело выгрызть. Ага, нет, грибцы. И у нас она работает. У нас оно работает ли? Давайте посмотрим. Ага, гербицид, все. И у нас, по идее, оно... Так, у нас пшеница. Так, очищенная пшеница. Включить. Секунду. Все, и оно у нас, по идее, работает. Ага, значит, давайте мы, друзья, еще с вами гербицид. Все, разобрались, как это все дело делается. Так, гербицид 2400 еще давайте берем. Еще съедем сейчас с гербицидом. Все, сейчас загрузим полностью и все. Вот, и я буду собирать вещи в другую область. Вот. А какую не скажу. Меньше спойлеров, больше будет, как говорится, интересно. Так, хорошо, у нас, тем более, друзья, уже здесь есть работник, который будет следить за этим всем. За этим всем. Так что... Так, отлично, все тогда. Но я не знаю, конечно же, сигнал не работает, да? Так, окей, я думаю, еще одну бочку такую, и все. Вот, и в принципе, у нас уже работает наш... Так, все, у нас гербицид. Все, у нас, друзья, работает, да, все. Супер. У нас работает. Я думаю, бочку мы можем оставлять на базе. Бочка нам все равно в любом случае пригодится, так что мы ее купили. Хорошо, что ее купили. Она нам все равно в любом случае пригодится.
Так, хорошо, я юным заявлением где-то здесь я оставлю. Отлично, теперь давайте мы поедем с вами, друзья, знаете зачем? Вот, а вот поедем мы с вами за пшеницей. Вот, хоть Иван у нас здесь и будет хозяйничать, вот, но все равно мы курочкам сейчас еды. Ага. Сюда нам надо развернуться. Так, пшеница. Поехали. Вот сейчас отвезем мы пшеницу на это. На газончике отвезем пшеницу. Вот, и будем, в принципе, собирать вещи я буду. В другое село. Вот, сюда мы естественно. Господи, женщина, что вы творите? Вот, сюда мы, естественно, само собой будем возвращаться, но после инвестирования в это село. Вот так как сказали инвесторы, что они будут в это село влаживаться, поднимать его. Короче говоря, наобещали, ну, посмотрим. Вот, наобещали, что теперь приходится уезжать. Вот, так как, ну, что еще делать, друзья, здесь? Так, отлично. Только давайте мы, друзья, знаете, что выгоним машину, так как мы же потом не выйдем. Багажник открыли. Хорошо. Вот, и даже машину мы можем еще загнать, да, во двор. Давайте. Все, хорош. Так. Что мы еще, друзья, с вами не сделали, да? Так, ну насчет тюков у нас как бы будет Иван с этими тюками, да, разбираться. Так, тюки соберет Иван. Ключи от дома у Ивана тоже я ему дал. Мы, друзья, позакрываем с вами. Так.
Так, ну и, в принципе, друзья, все на этом. Вот. И я буду, друзья, на этом заканчивать. Встретимся с вами в новом стиле. Вот. Ждем инвестиций в эту карту. Вот. Ждем обновления, инвестирования в эту карту. Я пока что, друзья, пошел собирать вещи. Вот, закрываться и уезжать. Собаку давайте покормим. Вот, Ивану все расскажу, покажу, в общем, да и все, в принципе. Вот, надеюсь, Иван тут колхоз не развалит. Хотя он уже поднимал колхоз в Ягодном, но все равно. Но все равно, друзья. На этом я буду прощаться. Всем огромное спасибо за внимание. Всем удачи и всем пока. До новых встреч.